Привет, друзья и подписчики канала! Сегодня я начинаю необычную рубрику, которая называется «Лучшие воблеры в моих коробках», где мы посмотрим святая святых рыболова каждого, это его коробки, и я назову лучшие воблеры в каждой из коробок. И сегодня будет первые 4 коробки. Начнем. Итак, это головлёво-окунёвая тема, конечно же. Достаю по одному и смотрим. Итак, Джекал Трикорол. Вот он. Хороший воблер. Особенно по окуню. Да и по любой рыбе. Но не фаворит у меня. Далее. Знаменитый Крэк Джек 48 из ПСР. Любит его окунь в основном. Далее. Мало кто знает такой воблерок. Это Sleep Minnow от компании Цуникичи. Тоже когда-то меня сильно удивлял. Данный малыш сделан так качественно. Все воблера мной здесь представлены, все рабочие. Это мини-ратлин от Джекал. Чаби. В определенных условиях просто выкашивает окуня. Можно на течке поставить на одном месте на струе, ловит тогда головля. Это 50-й Great Hunting от Мегабас. На самой сильной струе работает. Соблазняет головля. Не заваливается там даже, где не выдерживает, ну, любой воблер. Он держит любую струю. Даже которая свалит с ног человека, а он выдерживает, не сбивается с игры. Для этого держу его. Интересный воблерок от Strike Pro. Коки, по-моему, так называется. Да. Тонущий. На изя в основном я его использую. Ну, головлик в прилове. Вот это легенда. Я с этим воблером лет 20 с лишним. Камачи. Тонущий. Ультралайтовый воблерок. Ставил я его, когда уже никто не хотел клевать. Ни один голавль уже не соблазнялся, и если его ставил, он вот в любом водоеме все-таки как несколько хвостика соблазнял. Чаби Миноу в диповом исполнении. Очень хороший воблер, ультралайтовый. Паниш. Тоже очень хорошо держит течение. Для этого он и покупался. Но это стримовый воблер. Легкий. Долетит не очень далеко, но на струе можно оставить его, сплавить и оставить на месте. Привлекает отлично. Но это стикбейт. Называется он Рафаэль. Хороший. На любой глубине тяжелый. Очень просто в анимации. Двойные подрывы и все. Можно опустить до дна окунь просто без ума от него. Стикбейт вообще у нас мало кто использует, поэтому кто его не ставит, всегда выигрыш. Флэш Миноу Трикорол. Тоже неплохо. Хотя полетные характеристики, ну, не очень, но тем не менее он соблазняет рыбу. Хорошо. Все воблеры заслуживают внимания, которые я вам показал. Но какой же лучше? Ну, во всяком случае, в моем топе. Среди этой коробки. Вот он. Лучший.
Pointer 48 SP DD Deep Diver. Вот он как раз лучший в этой коробке. Маленький, легкий, не обладая такими замечательными полетными характеристиками. Но когда я его впервые поставил, я думал, ну вот ловил, ничего не клюет. Потом его поставил, и откуда только этот окунь взялся? Буквально один за одним. Поэтому как поисковик я его использую, берегу как драгоценность. Он у меня вот один такой. Он действительно переигрывает все вот это, что здесь находится, в разы. Вот ставишь его и сразу понимаешь, что вот тут рыба есть, и вся, которая есть, окунь, жерех там, ну, на него не очень крупный, окунь, щука, ну, буквально его съедает сразу. Вот это у меня в этой коробке лучше. Я это знаю, я его берегу.